Добрый день, дорогие друзья. Вот еще полосатые жители парка Львов Тайган, молоденькие тигры, которые весной еще были подростками, а сейчас мы видим уже превратились в юных тигров. Тигры довольны этим летом. Хоть бывают дни очень знойные, но в то же время немало и пасмурных, дождливых дней, которые тигры очень любят. В отличие от львов, тигры обожают воду. И в этом году такие мощные ливни очень даже тиграм пришлись по нраву. Вот красавчики. Так что, друзья, всем большой привет от полосатой гвардии. Вот у них процедуры. Душ. Заботливая мама Леокадия балует своих питомцев. Mm-hmm.